В роли чистильщика обуви.
Мы с вами послушаем основную мелодию, которая стала песней, визитной карточкой эпохи оттепели. Это музыка Андрея Петрова, песня из фильма «Я шагаю по Москве». Thank you.
образовании не было двух встреч. И сейчас мы с вами послушаем дуэт, который был написан для фильма. Фильм этот снят по сказке Евгения Шварца. Сюжет вам хорошо знаком. Он принц, он превращается в медведя, она принцесса Евгения Симонова, молоденькая, еще играет эту роль замечательно. И принцесса, переодевшись мальчиком, спешит за заколдованным медведем. Они оказались в трактире под названием «Эмилия», и хозяин трактира, трактирщик Эмиль, вдруг в одной из фрейлин узнает свою первую любовь. Это всегда очень волнительно, когда ты встречаешься с тем, кто когда-то занимал большое место в твоем сердце. Музыка Геннадия Гладкова, стихи Юлия Кима, дуэт Эмилии и трактирщика из фильма «Обыкновенное чудо». Фильм этот вышел на экраны в 1978 году. И у нас он прозвучит в исполнении Евгения Кашина и Марины Майкой. Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи.
лет, и для твоих счастливых много-много лет будут сверкать зарницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться. Самая востребованная номинация была «Удиви меня». В номинации «Вокал» выступали хорошие ребята. И я поняла, что очень хорошо, когда люди свободное время посвящают не посещению пивнушек, не тому, чтобы зависать в компьютере, а тому, чтобы каким-то хобби заниматься. Это, мне кажется, очень здорово. И вот сегодня мы с вами были свидетелями того, как человек, который давным-давно не певший, снова вышел на сцену. Я про Женю Кашина. Он работает в торгово-развлекательном комплексе «Столица», ходит с фотоаппаратом, фотографирует, настраивает технику. Когда-то давно он получил начальное музыкальное образование, музыкальную школу закончил. Он пел в ансамбле «Юноши и Русь» и много лет не выступал на сцене. И вот сейчас он геройски отважно на сцену вышел. Наверное, у нас не все получилось, потому что все-таки интервал очень большой. Но само это желание, на мой взгляд, очень похвально. Кроме того, вы, если заметили, он еще и играл в самом начале. То есть я благодарю Женю за этот отважный шаг и прошу вас его громко-громко поаплодировать. Геннадия Гладкова, стихи Николая Лугового, «Проснись и пой» из одноименного спектакля. А прославилась эта песня тогда, когда она была использована в фильме «Джентльмены удачи». Там ее пела Лариса Мондрус. И в этой последней песне прозвучат голоса всех наших сегодняшних исполнителей. Марина Мамаева, Марина, можно выходить на микрофон? Да, можно. Татьяна Иванова, Евгений Кашин, за инструментом Елена Морозова, вела концерт Наталья Сафронова. Не уходите, я сейчас со словами к вам приду. Песня «Проснись и пой». Дети, что измечало все на свете, люди, дожди и все, что не возьмешь.
Ooh.